Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости, он показал множество тех вещей, о которых мы говорили ранее. Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Если бы действия 24 февраля 22 года во время начала спецоперации выполняло подразделение по уровню обученности, по уровню моральной собранности и готовности к выполнению задач, как ЧВК «Вагнер», то, возможно, спецоперация длилась бы сутки. Мы показали уровень организации, которой должна соответствовать российская армия.